Если вы думаете, что расстояние от одного края света до другого 12 714 километров, то вы ошибаетесь. Всего два клика. И о том, что произошло на Северном полюсе, моментально узнают даже пингвины на Южном, если у них есть интернет. Пользование всемирной паутиной стало таким же обыденным делом, как просмотр любимых телепередач. Некоторые современные медиалица попали в телевизор именно благодаря интернет-роликам. И теперь неплохо зарабатывают. Можно ли прославиться, занимаясь глупостями? Да, если эти глупости по заказу. Съесть лимон целиком. Не дышать полторы минуты, завернуться в ковер. Да пожалуйста. И на третьем месте нашего хит-парада «Ми-ми-ми всех времен и пород». Как сделать своего кота популярным на весь мир? Просто эксплуатируйте природную гибкость и находчивость своих домашних питомцев в условиях каменных джунглей. Не правда ли милые? А еще богатые и знаменитые. Только представьте, хозяйка сердитого кота заработала на славе животного 100 миллионов долларов.